Что там у вас обстановка какая? Да, не знаю, на чемоданах сидим. А что, будут куда-то отправлять? Нет, будем отступать, наверное, убегать. Хорошо, ну, тут мало. Он 202-й полк под Балаклеей был. Ушли в Луганск, отошли, отправили, вывезли. А половина в плен попала. Так вас, может, на машине будут вывозить, да? Так на машине пешком пойдем, ты что? Те Балаклеи пешком отступали до Луганска, ушли своим ходом. Убегал. Кто тебе повезет еще? То есть все побегут. А бронежилеты есть у вас? Да ничего у нас нет. Причем бронежилет? Причем бронежилет вообще? Сидим с касками стальными каких-то 45-х годов. Это позор. Вам хоть сказали, в какую сторону бежать? Никто ничего не сказал. Сказали на блокпост, а оттуда все пойдут куда-то.